Лего Сити. Обзор города Лего Сити. Что у нас здесь есть в этом городе? У нас здесь есть такая баржа, которая перевозит автомобили. Есть самолет, который перевозит людей. Есть такой грузовой автомобиль, который помогает рыбакам грузить рыбу. Есть пожарная машина, которая тушит пожар. Есть даже пожарная часть, которой работают пожарники и отдыхают, когда нет пожара. И банан есть. Где банан? Да, да. А, это мусоровоз. А мы думали, что это у нас какая-то для выгрузки рыб. А это у нас мусоровоз, а то мусорники грузят мусор в эту машину и вывозят за город. Есть полицейская машина. Полиция за преступление. Полиция? А где полицейские? Не вижу полицейских. Вот полицейские. Это они догоняют преступников, да, на этом джипе, да? А преступнику удается скрыться. Он бежит с ломиком. Хочет напасть на полицейского и побить его ломиком. Вот у нас в пожарной даже есть такой вертолет. А вот так вот это у нас самолет спасения, как скорая помощь. Вот тут островок, на этом островке отдыхает один человек и собачка. Им все равно, пожар там, полиция кого ловит. Они просто себе загорают на море. Загорают, получают. Да, ух ты, там крутится. Да, там вот такой островок, там где баржа у нас плавает. И сосиски. И сосиски даже там есть, да? Свят даже сосиски там нашел. И курица там есть. Собака ест курицу. Собака у нас ест курицу. Мультики. Ага. Вы мультики смотрите? Да. И что там у нас за мультик? А здесь же интереснее, смотри, все плавают, баржи. У пожарной машины крутится башня, которая выдвижная, для того, чтобы пожарники залезли и тушили пожар. Плавает баржа. А где капитан? Вон там. Капитан на барже? Да. Где капитан на барже? Я не вижу. Вон, а, да, он сидит в этом. Ух ты, вот, Свят принес нам Лего Сити машинку. Он там сидит и пьет чай. Чай? Капитан не должен чай пить. Капитан должен управлять баржей, чтобы она не потонула. Свят нам принес Лего Сити самолет. Такой, да? Да, а смотри, он там пьет чай. Где? Он пьет чай, я вижу. А, ну да, у него чашка. У него чашка, и он пьет чай. Свят нам принес Лего Сити акулу. Подводную лодку принес. О, а так глянь, мы там еще, смотри, там еще мотоциклы лежат. Где? Да. Вон, спасатель спасает пострадавшего, который упал на мотоцикле. Ага, Лего Сити спортивная машина. Свят принес нам Лего Сити спортивную машину. Давай посмотрим, что у нас у пожарников здесь есть. Какая-то штучка, веревка. Свят нам принес Лего Сити моторку. У пожарников есть здесь пульт. Это
их здание, в котором они работают, из пульта все уточняют, где пожары, куда выезжать пожарным машинам, где тушить пожар. Вертолет вот вылетел на пожар. Свят нам принес Лего Сити, автомобиль и пожарный пункт. Посмотрим, что здесь у нас. Вертолет летит. Баржа плывет. И все вместе посмотрим. Вот так вот. Баржа, вертолет. Свят нам принес Лего Сити моторную лодку. Вот такой у нас город Лего Сити. На этом мы будем заканчивать. Мы будем заканчивать, ребята. Или мы будем еще носить еще подводная лодка. Ага. Да, баржа плавает. Лего Сити. Здесь собрались все. Стартер сет. Вроде полицейские. Да, полицейские. Видите пальчик? Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, делайте комментарии. С вами был Влад и Свят. Да, с вами был Влад и Свят. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делайте комментарии. Вот такой мы вам сделали обзор интересного города Лего Сити. Все. Вон он, Свят, который интенсивно нам показывал все наборы Лего Сити. Хоп, спрятался. Свят, ты где? Ты спрятал? Вот он, Свят в городе Лего Сити. Свят в городе Лего Сити. Вот он. Появляется и пропадает. Появляется и пропадает. Вон он появился. Ну все, пока-пока. Все. Пока-пока. Теперь налет.